В Жалагашском районе более 4000 ветеранов. Представители старшего поколения тепло поздравили с праздником – Международным днем пожилых людей. От всей души поздравляю вас с праздником. Особо хочу отметить вклад старшего поколения в становление независимого государства, социально-экономическое развитие страны, укрепление единства и мира. Для подрастающего поколения вы пример верности долгу, любви к родине, непоколебимой воли к победе. Ваш трудовой путь вписан золотыми буквами в летопись района, которому исполнилось 85 лет. На торжественном вечере ветерану водного хозяйства Успану Жанузаку и ветерану сельского хозяйства Косыму Жусупекулу была вручена медаль «Почетный ветеран Кызылординской области». Старейшины Умертай Кемелев, Улшара Салыкпаева и Кульдарай Премжанова удостоены нагрудного знака «Почетный ветеран Жалагашского района». Работал главным инженером, начальником участка, руководителем отделения в сфере строительства. Поздравляю всех с праздником. Желаю всего наилучшего. 40 лет проработала в сфере образования. С момента выхода на пенсию руковожу районным советом ветеранов образования. Я очень признательна за высокую оценку моего труда. Ветераны заряжали всех своей энергией, бодрым настроем. На празднике в их честь с удовольствием приняли участие в различных турнирах. Совет ветеранов ежегодно на высоком уровне приподнятое настроение отмечает праздник. Старшее поколение активно участвует во всех мероприятиях в течение года. Желаю всем крепкого здоровья. Ветераны удивили и своими талантами. Ужахан Тажибаева покорила сердца слушателей трогательным исполнением песни «Бырбала». Лимар Эргебаева, Даулет Сагит, Баужан Хужамуратов, Турихан Хужахметов, телеканал «Кызылорда».